Сергиевом Посаде стартовал второй этап 28-го фестиваля медийного творчества «Братина». Участники обмениваются опытом, участвуют в мастер-классах и конкурсах. На уже ставшую легендарной для Подмосковья «Братину» приехали 130 участников из 53 организаций, представляющих 22 региона России и 6 зарубежных стран. За главный приз «Чашу Братины» поборется и люберецкое телевидение. Автор и ведущий Николай Пивненко представит на суд жюри полюбившийся нашим зрителям фильм «Люберцы из века в век». В первый день тележурналисты из Сергиева Посада представили участникам фестиваля необычный проект-полотно, повествующее о русском подвиге в эпоху смуты. Очень хотелось бы, чтобы... Поляки, литовцы, значит, как, они же осады Лавры окружили, ну и делали подкоп под основную башню, чтобы взорвать, как проникнуть в крепость. Ну, моя задача это простая, то есть передать, надо было вот это вот все для зрителя, мое личное представление по описанию Палецкого. Лучше один раз увидеть, пусть даже воображение художника, но зато ты запомнишь. Напомню, что фестиваль «Братина» проходит с 9 по 12 октября. И мы с нетерпением ждем новых подробностей от нашей группы, которая в эти минуты работает в Сергиевом Посаде.